Югорчанам бесплатно отреставрировали и отбелили зубы. В Ханты-Мансийске прошел всероссийский чемпионат стоматологического мастерства. В окружную столицу приехали лучшие зубные врачи со всей страны. 12 претендентов боролись за звание чемпиона в двух номинациях. Это эстетическая реставрация зубов и медицинское отбеливание. Кстати, в реставрации участникам нужно было использовать терапевтические технологии, не прибегая к протезированию. Эта процедура безболезненная и значительно дешевле, чем протез. Врач прямо на месте формирует новый зуб. Длительность такого лечения до 6 часов, поэтому за один день можно создать идеальную улыбку. Самое главное, что Югра, она остается такой стабильной площадкой, на которой можно посмотреть то, как государственная стоматология была, есть и будет продолжать сохранять свои возможности, да, в оказании стоматологической помощи. Мы, конечно, будем оценивать красоту того, что получится у участников, но в то же время мы будем обращать очень большое внимание на медицинские аспекты.